Всем привет, дорогие друзья, с вами Барон. Честно хочу сказать, ребят, сейчас 12 ночи. Перед просмотром данного ролика поставьте, пожалуйста, огромный лайк, если хотите, наконец-то, казино, раздачи. И чтобы просто вы, заходя на сервер, вводя мой промокод, хэштег Корн, кстати, ребят, начинайте регистрироваться, кто еще не зареган на мой промокод. Ребят, хотите получать огромные суммы просто денег, там от 50 до 100 тысяч вирт за одну раздачу, ребят, то ставьте, конечно же, лайк. Если очень много лайков наберется, то мы возобновим все это дело, и вновь я буду раздавать за стрим по 8, по 10 кака, то есть смотрите сами. Сегодня у меня для вас есть несколько новостей по поводу Революшена, потому что многие мне задают вопрос, ухожу ли я сам ПРП или нет. Ребят, не ухожу, пока что все в принципе хорошо, то есть регайтесь, заходите и давайте играть вместе с вами. Я по-прежнему нахожусь в Grove Street, и сегодня я хочу ввести один код. И, ребят, это будет, так сказать, стартовый капитал на пару стримов буквально. То есть дальше будет больше. Если будут лайки, если будут просмотры, соответственно, все будет больше и больше и больше. И, то есть, любители халявы, пожалуйста, приходите. Ну, а тем, кто кому нравится, вернее, мой канал, ребят, подписывайтесь, конечно же, пишите об этом в комментарии. И хочу сказать спасибо тем людям, тем подписчикам, которые меня искренне смотрят и переживают за меня, за мой канал, ребят, спасибо вам огромное. Я сейчас очень сонный, если честно, и просто, ребят, мало что соображаю, поэтому говорю просто как есть. Спасибо всем вам огромное, и вводим, пожалуй, мы первый промокодик, так сказать. Так, и вводим, так, 43403. Есть, вуаля. На ваш счет зачислено 10 миллионов вир, друзья мои. В общем, для чего мне эти деньги, собственно говоря, ребят, нужны? Все очень просто. Все серьезно очень просто. Они нужны мне конкретно для раздач, плюс для того, чтобы нормально начать пилить ролики. Как вы понимаете, ребят, ютуберу, который как бы снимает ролики, довольно сложно пилить видосики, если мало денег, потому что, особенно мне, потому что я очень сильно люблю играть в казино, и, конечно же, большинству моей аудитории нравится, когда я играю в казино, тащу там крупные ставки, раздаю деньги. Ну, так уж у меня на канале, ребят, заведено то, что если я тащу бабосы, я раздаю деньги. Это было еще с момента, когда у меня было около 5000 подписчиков на канале, или даже около 4, и, конечно же, тогда актив, ну, просто был огромный, потому что у меня денег было до хрена, я их особо, конечно, не тратил, так как не проводил стримы, и, конечно же, все было круто. Сейчас, конечно, те же самые 100 миллионов банально улетят, ну, где-то дней за 15-20, то есть без проблем, чисто на раздаче, ребят. Вы это, я думаю, сами понимаете, сами знаете. В общем, ребят, огромная к вам просьба, серьезно. Во-первых, поставить лайк, извините, что прошу лайки, но, ребят, что поделать, вот такое вот происходит на канале. Ну, надеюсь, то, что вы меня поддержите. Хейтеры там пускай идут куда захотят, это их абсолютно дело, ставят что угодно, но те, кто на меня подписан, те, кто меня уважают, любят, ребят, поставьте лайкусу. Что касаемо банды как раз таки Grove Street, потому что меня тоже многие спрашивали: Барон, останешься ли ты в Grove Street и будешь ли ты тут, так сказать, далее развиваться? Честно хочу сказать, да, буду развиваться без каких-либо проблем. Также буду здесь играть. Что касаемо стримов, пока не знаю. То есть, скорее всего, стримы будут также часто, каждый день, наверное. Честно, не знаю, потому что, ребят, сейчас небольшие проблемы в жизни, в плане переезда, да и в плане одного, так сказать, родного человека, который сейчас лежит в больнице. Не буду это агитировать, никак говорить, просто вот есть небольшие такие проблемы. Но, тем не менее, они особо никак не отражаются на канале. Единственное, что, конечно, времени на запись роликов и, конечно же, на стримы, конечно же, очень сильно поубавилось. Но, в целом, ребят, все нормально. Касаемо виртов, ребят, сразу хочу сказать, как бы будут стримы каждый день. Каждый день я буду для вас раздавать вирты, потому что я вижу то, что для вас это важно, вам это нужно, ребята. И, конечно же, вы как бы хотите получать денег. Ну, понятное дело, ребят, потому что вы подписаны на меня, соответственно, вы меня смотрите. И это моя вам благодарность. Ваша мне благодарность — лайки, а моя благодарность — это вирты, вам раздачи и много-много другое. Ребят, наверное, этот ролик выйдет уже тогда, когда я сделаю стрим, и многие, может, напишут ролик на «отъебись», но мне просто, как бы, я ввел данный код, у меня есть 10 миллионов, у меня теперь есть бабки, плюс я рассказал немного о банде, и, в принципе,
50 на 50 это был информативный ролик. Но здесь был донат-код, ребят, и опять же благодарность всем тем подписчикам, которые меня поддерживают и не бросают в трудной ситуации. Спасибо всем вам большое, ребят, на этом данный ролик я заканчиваю. Скоро будет все намного интереснее, я на это надеюсь, и все будет хорошо, ребят. Всем спасибо и до скорых встреч, друзья мои. Я включил запись, ребят, и это игра, короче, на 2-3 кака, первый раз, нормально. Давай, ребят, надеюсь вытащу, надеюсь не выпадет у меня однерочка. Что-то мне подсказывает то, что нужно кидать на пятой. 7, есть, отлично, ребят. Изичем, изичем, кто у нас был крупа? Крупа иди. Крупа ид, давай. Он что-то базарит сейчас, он может скажет. Какой тут? Давай сейчас посмотрим, вон стоит этот крупа. У него, так, 340, 342-й. Я так понимаю, да, или какой у него? Да, 342-й он здесь стоял. Давай ему даем 30 тысяч, ребят. Как обычно, ребят, на стримах на 450 лайков раздачи. Но мы потащили, и это круто. У нас уже плюс 7,5 миллионов. Плюс 7,5 миллионов, ребята. Плюс 7,5 миллионов. С 10 миллионов поднимаемся. Изи, чем просто. Изи. Спасибо за подписку, ребят. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Обязательно. 7,4 кака, ребят. Просто. 7,4 кака мы уже вытащили из этого казино. С ребят, короче. И у нас по-прежнему, как вы видите, с 10 миллионов 200 тысяч я начал. И уже у меня получается 17 миллионов 600 тысяч. Все пишут, 2 выпадет. Не выпало. Повезло мне.